Друзья, разрешите поздравить вас с наступающим 2024 годом. Всех клиентов системы отопления и теплопанель, их друзей, их родственников. Действительно, в этом году мы сделали большой рывок вперед. У нас сейчас в копилке более 500 реализованных объектов. Уже каких именно, мы не знаем. Будем по итогам года собирать полностью информацию, потому что очень активно развиваемся, очень активно, благодаря именно вам, наши партнеры, наши клиенты, наши заказчики, проектировщики, монтажники. Мы очень рады, что среди этих объектов у нас более 50% повторных и рекомендательных продаж. То есть одно дело, попробовав на одном объекте как-то сделать и потом подумать, а второй момент, когда вы принимаете решение установить систему теплопанель уже на второй, третий, четвертый, пятый объекты, и таких объектов у нас все больше. Мы очень благодарим вас за это. Среди у нас действительно мы приросли новыми регионами. Наверное, мы сейчас есть не менее чем в половине регионов Российской Федерации. Сейчас систему отопления теплопанель можно приобрести не только в России, а в других странах. И обращайтесь к нам, мы благодарны всем партнерам из зарубежных стран, которые обращаются к нам, которые либо уже реализовали эти системы в таких странах, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Украина. И рассчитываем на то, что количество стран, где будет система отопления теплопанель реализована уже в ближайшие годы, их будет количество только расти. Мы развиваемся, и действительно в следующем 2024 году у нас в планах вывести на рынок несколько новых модификаций, новых продуктов, и мы будем сейчас не будем опережать события, мы обязательно с ними поделимся со всеми нашими уже существующими партнерами и клиентами. В 2023 году наш проект поддержала Сколково, поэтому мы очень благодарны. Мы как раз занимаемся неокрами, новыми разработками, и в 2024 году мы планируем выпустить новые решения и упаковав, усовершенствовать уже существующие. Также наш проект поддерживает промышленный кластер Республики Татарстан. Мы очень рассчитываем на то, что мы продвинем наши решения энергосберегающих технологий в республике, будет значительно больше, и очень активно над этим работаем. Совсем недавно мы приняли участие в качестве соавторов в альманахе 155 лучших проектов энергосбережения, реализованных и поделились некоторыми из наших объектов. И по итогам этого, так называемой, этой партнерки, этой коллаборации, мы хотим сделать для наших клиентов, кто уже установил систему теплопанель, либо их друзей, мы хотим предложить следующий подарок. Это воспользоваться нашей партнерской ценой, нашим партнерским предложением от других производителей и предложить вам снизить еще больше энергопотребления на ваших объектах. В чем выражается наше предложение? Если у вас есть большое потребление электроэнергии, и мы можем снизить его за счет предложения на вашем объекте, сделать пилотные объекты, которые мы хотим дальше реализовывать при помощи солнечных панелей, фотовольтанические панели, которые будут вырабатывать электроэнергию. Смотрите, они сейчас настолько сильно активно развивается, что можно сделать ваш объект либо полностью энергонезависимым, либо сделать, снизить ваши пиковые нагрузки, что позволит значительно сократить издержки. А за счет того, что вы можете это сделать по спеццене, ваше решение будет очень активно и оправдан, быстрее будет окупаться. От вас нам нужны некоторые данные. Первое, это какая у вас сейчас стоимость электрической энергии у вас как у потребителя с НДС. Второе. Нам важно понимать, какое у вас потребление электрической энергии. Либо в разрезе по месяцам, либо усредненное значение. Третье. Из какого вы региона? Мы сами посмотрим количество солнечных дней в вашем регионе, чтобы иметь возможность сделать расчеты, насколько будет окупаемо это решение при вашей цене за электроэнергию или нет. Может быть, мы вам предложим совместно с солнечными панелями еще другие технологии, типа тепловых насосов, которые, потребляя 1 кВт электрической энергии, вырабатывают там от 3 до 5 кВт тепловой либо холодильной энергии. Поэтому обязательно поделитесь с нами всей информацией, мы сделаем таковые расчеты. И если вам нужно не только продукт, а еще и финансирование, то укажите, пожалуйста, необходимость использования
финансовых ресурсов в виде лизинговых каких-то платежей. Мы тоже готовы предложить вам соответствующие решения. Я думаю, что в России знают такого человека, как Говорин Александр Владимирович. Это действительно крутейший специалист в области альтернативной энергетики. У него большой опыт. Объектов реализовано, он уже сотни на самом деле. И есть что показать, есть что рассказать. И именно благодаря партнерскому взаимодействию мы для своих клиентов, то есть это должна быть либо покупатели теплопанель, уже которые ранее в течение 10 лет покупали это решение, либо их какие-то друзья и знакомые, это должны быть обязательно рекомендательные продажи. Либо это могут быть клиенты, которые предположительно в ближайшем будущем планируют закупить систему теплопанель. Вот в составе системы теплопанель мы готовы предложить такое решение. Предложение ограничено по времени. Мы собираем заявки в январе и феврале и обязательно готовы предложить это решение с упаковкой, с реализацией, когда либо могут если вы монтажники, вы можете сами это смонтировать. Если нет, то приедут специальные люди, которые умеют этим заниматься, смонтируют на вашем объекте, и вы получите готовое решение. Важны пилоты. Обязательные условия. С мая месяца этот должен объект уже быть реализован, чтобы его можно было показывать. Вы имеете спеццену, а у нас будет возможность опираться на эти данные для того, чтобы этот объект дальше масштабировать на основе этих данных. Поэтому, друзья, это предложение ограничено во времени и специально для клиентов теплопанель. Следующее. Мы, конечно же, пользуясь случаем, хотим поздравить всех наших клиентов и пригласить всех наших партнеров, заказчиков на выставку «Акватерм», которая пройдет с 6 по 9 февраля в Крокус-экспо в Москве. Там мы встретимся, покажем некоторые наши решения, с удовольствием обнимемся, пожмем друг другу руки и будем думать, расскажем кому-то уже индивидуально про некоторые наши решения, о которых не будем забегать вперед. И, пользуясь случаем, очень хочется пожелать вам всем добра, мира, процветания вашему бизнесу, потому что мы неотъемлемая черта, считаем себя причастным к развитию вашего бизнеса, ведь чем меньше вы тратите энергии для того, чтобы эксплуатировались ваши объекты, которые вы сами эксплуатируете, либо сдаете в аренду, либо там работают ваши сотрудники, либо приходят посетители, чем фактически это сэкономил, значит заработал. Второе, не только сэкономил, значит заработал, а вы еще действительно можете влиять на углеродный след, ведь потребляя меньше вдвое затрат на отопление, вы можете сокращать вредные выбросы в окружающую среду. Поэтому, если для вас откликается решение экономии, энергоснабжения, меньше вредных выбросов в окружающую среду, то мы будем рады видеть вас в качестве наших партнеров не единожды, а на постоянной основе. И разрабатываем и предлагаем еще новые решения, о которых скажем уже в следующем году. Поэтому решение сейчас, акция называется «Добавь солнце в свою жизнь». Приезжайте, звоните, пишите в личку. У нас внизу под этим видео будет форма, где можно будет ответить на эти вопросы. На основании этих вопросов мы уже готовы сделать все расчеты для вас и сделать специальные условия по поставке. Друзья, всех с Новым годом, всем отличного, хорошего настроения, всем побольше солнца, удачи, улыбок и добра. До встречи!